you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Север П. И у меня, сука, слетел дом, блядь. Просто, блядь. За сколько? Я оплатил его на 40 тысяч, и за 2 дня или 3 он у меня слетел. За 3 дня у меня слетел, сука. Бомбит. Вот реально сейчас у меня бомбит просто. Я не знаю, блин, ну как можно было слететь? Господи, как? Я просто этого не понимаю. Я вообще зашел, чтобы купить новую машину. Но это пиздец. Ну почему мне так не везет с домами? Почему? Просто я не знаю, блин. Ладно, не будем о грустном, блядь. Так, что мне, блядь, взять, нахуй? Бля, я икса хочу. Так, а ну, блядь, пролезь ты, ёб твою, налево. Давай, давай, о, да, молодец. Ну, это реально, я просто охренел. Ну, как он мог слететь на натуре, ёб твою, налево. Так, сколько у меня в банке денег, хотя бы. Так. В банке у меня хватит, нахуй. Чтобы купить заново мой дом, надеюсь, его никто не купил. Сейчас быстренько доедем и продолжим. Бля, если я так, блядь, через каждые 3 дня буду новый дом покупать, ну, блин, у меня так вообще денег не останется. Лям 600 каждый день отдавать, блин. Ну, реально. Либо я что-то неправильно делаю, либо что-то как хуйня какая-то происходит. Ну, реально. Надеюсь, его не купили, я уже подъезжаю. Только, блядь, кто-то его купил, это пизда. Блин. Иксёнок, чё ты такой... Ебать, так, чё. Не, похоже, стоит. Ещё рядом дом, похоже, стоит. Заебись. Как его там заглушить? Вот. Всё, спасибо тебе, Иксёнок, ты служил мне верой и правдой. Так. Лям 600, да. На холст, хорошо. Так, купили, всё. Я думаю, понял по названию ролика, сегодня мы будем продавать одну из моих машин. Да. Извини, Бэха. Но с тобой придется попрощаться. Я не знаю, честно, вот сейчас не знаю, что буду брать. Вот вообще не знаю. Блять. Да ёпту. А-а-а. Чё на ней выезжает? Давай, давай, давай. Блин, номера, конечно, жалко будет. Да. У меня есть, в принципе, донат еще, я могу... Какую тачку куплю следующую, я могу на нее тоже блат поставить. Бля, ну хз. Реально я не знаю, что делать. Вы там на голос не обращайте внимания просто. Блин, утро, сами понимаете. У меня утром всегда такой грубый, сильный голос. Поэтому как-то так. Давай, машинка, едь. А, наш мало едет. Ладно, доедем, уже продолжим, в принципе. Так, я уже почти подъехал, короче, и придется походу его сливать, но реально, мне некому ее слить, хотя можно было бы кому-то подарить. Сейчас посмотрим, если есть там кто-то на автосалоне, может и подарим ему машину. Но это не точно, или точно, или динах. Может, что там зепры стоят вообще? Так. Глушим. Ну, блин, номер, конечно, хороший. Даже жалко продавать эту бэху. Тачка, блин, топчик прям. Не знаю, блин, может кому-то реально подарить. Ну, блин, я не буду просто никого искать, как бы. Сейчас. А ну я так могу построить машину. А что там за донат валюту? Rolls-Royce Monster. Хз даже. Где-то есть донат, чтобы купить себе монстр, но, блин, а смысл? Ну, реально, смысл. Нахрен не нужен, как бы, ну. Этот монстр, может, когда-то в будущем мы купим. Бля, ну реально бэху жалко. О, чувак. Стой. Чувак, так
подойди. Еще кутачку подарим. Селкар. Так, селкар 19.1. Вывернуть только. А, сейчас. Как там? Селкар плеер. Селкар плеер. Так. Ого. 19.1. На, братишка. Все. Поздравляю, поздравляю. Береги ее, береги ее. Все, чувак, тебе твоя бэха. В принципе, вор. 3 пятерки. Чуваку реально повезло, кстати. Так, давайте. Автомобили. Что-то по мотоциклам, кстати. Какая-то хрень только или нет? Есть что-то годное? Что за хуйня? Понятно. Не, нихуя нет. Так. Ладно, давайте что-то какую-то намарочку возьмем, короче, так. Давайте сам. Бля, может Хаммера взять, бля? Это было бы неплохо. Вот это было бы неплохо, кстати. Так, это ламба у нас. Гелик. Бент не хочу я. Каен. Каен был. Я что-то думал, его не было. Но он был по-любому. СВА, не, нахуй, ебалово этот СВА. Так, Порш, не. Что это такое? А, не. Бля, я даже не знаю, что взять, серьезно. Вот я сейчас не знаю, что взять. Так, стопендес. А сколько Хаммер стоит, я просто не видел. 3900. Глянем, сколько у меня денег. Бля, отдавать за него последние бабки. У меня в банке сколько лежит. Статс. 800 тысяч лежит в банке. Я даже не знаю. Вот, тяжелый прям выбор, чуваки. Предупредить Миши Лоткова. Короче, блин, я не знаю, вот реально брать его или нет, потому что я даю почти. Ну, последние деньги почти даю. Рискую тем, то, что я на нем никогда не ездил. Я не знаю, блядь, он нормальный или нет, вот в чем прикол. Так, ну тут. Давайте покрасим, наверное, сначала. Ну давайте для начала в черный, а потом перекрашу. Блин, 3900. Купить. Ебать копать. Четко. Бля, ебать, бандура нахуй, я и. Ого. Фу-ху. Нихера себе. Нихера себе прям. А эти вот я чуваку бэху подарил. Он что-то в АФК ушел. У него вообще шиха, я ему бэху подарил. Нормально. Бля, ебать он здоровый пиздец. Серьезно. Какие вот номера на него бы поставить, вот в чем вопрос. Так, ну давайте что-то придумаем. Так, донаты. Блат номер 150 рублей. Да, на Хаммер. Россия. Многие, кстати, писали, типа, ой, ты с Украины, оставишь русские номера. Ну, блин, ну, на украинские номера всем будет похуй просто. Бля, какие номера поставить? Блин, я даже не знаю, что делать. Так. Что у нас? АМР, не, хуйня полная. ЕКХ тоже. Может хамы поставить. Х. 3 восьмерки. Блять. Хам. Ну регион какой у нас будет? Московский. Что, чувак?
Хам, три восьмерки. Ну, нормально смотрится, чё. Давай, Рещи, до казино не докинешь, садись. Этот чувак что-то от меня хочет, вот, я ему машину говорил, она, бля, обратно что-то от меня хочет. Ха, ладно. Ладно, пусть и этот, катается на бэхе. Я себе хаммера взял все равно. Уебать, вот это махина, пацаны, просто. Просто реально махина. Такая махинатора, блядь. Вот так вот, нахуй. Сейчас скриншот ебану, все, можно топить. Хоть и три машины имеется на батах. У меня вообще... та же хуйня. Ну, у меня банк еще 800, ну, блин. Я как бы, ну... Как 150 тысяч? Давай, сейчас приземлимся. Оп. Бля, хаммер не такой простой, как я думал. Нормально ебашит. Ёп. Кольцевая, блядь. Я уже забыл про неё. Не, ну реально, хаммер валит четко вообще. Я думал, блин, это хреновая машина. Но на самом деле, блин, вот для меня она лучше, чем гелик. Реально. Хаммер топчик вообще. Отвечаю. Берите вместо гелика лучше эту хуйню. Хаммер. Нормально, тоже, блядь, ну не знаю, вот морда у него, блядь, не нравится. Жопа, конечно, не очень, вот морда. Блядь, выхлоп у него нахуй, я ебу. Конечно, конкретный. После Lamborghini... А, разбанили. Раньше имел я 100 лямов. Нормально. Тормоза нахуй не работают, нихуя только. Надо в тюнинг еще заехать будет. Наверное, это будет в следующей серии. Потому что эта серия так затягивается. В следующей серии мы его протюнгуем. Батя у него подрыв ебанутый, конечно, у хаммера. Тормоза полный шлак. Ебать. Я зря его вез, у чувака просто крашнуло. Ну ладно, в принципе, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на сайт и ждите новых серий. Всем пока-пока. From the outside, I was from the